Всем привет! Суббота, 13 апреля 2019 года. Хочется, конечно, побыть с малышкой, погулять вместе, поиграть. Но сегодня у меня работа, и это хорошо. Провожу юбилей. О нем сегодня еще расскажу и покажу. Ну, а сейчас надо собираться завтракать. Тем более, что дочка мне готовит интересный завтрак. Илюшка, расскажи, что ты папе на завтрак приготовила. Тортик, мед, кофе, гречка, чай, тортик, а что за компот? А что компот? Из чего ты компот сварила? Воды, лаваша и моркови. Лаваш, вода с морковкой. Класс, какой, какой же вкусный компотик. Это ты папе наливаешь? Но папа не, на работу не уедет голодным точно. Спасибо. А вот мне. А здесь у меня что на завтрак? Огурцы, бананы, кукуруза. Кукурузные семена. Крупа. Нет, кукурузные семена это. Кукурузные семена, ну все. И каша Маша. И до запаха ты угадай, что там до запаха. Для запаха вот эта травка какая-то, да? Да. Как она называется, не знаешь? Да. Я тоже не помню. Здорово. Ко мне приехал магазин, и мне предлагает тут за бесплатно совершать покупки. Сейчас я покупаю баночку кукурузы для своей дочки. И ластик. И ластик уже купил для дочки бесплатно. Вот такой вот ластик купил. Да, и сейчас мне дадут кукурузу. Ох, как же будет моя дочка довольна. Это ее любимая кукуруза. Ой, спасибо. Итак, сегодня у меня рабочий день. Я на территории, кажется, это Даниловская мануфактура, все правильно называется. Ресторан Мэри Джейн. Я уже снял для своего канала видеообзор. У меня есть отдельный такой подкаст, плейлист «Рестораны и площадки Москвы, Подмосковья». Вот для туда я уже это снял. И сейчас у меня чем интересен этот праздник. Я не хочу им особо засорять свой ежедневный блок работой, хотя это часть моей жизни. Фишка была интересна тем, что сегодня я веду юбилей 50 лет, и в рамках этого юбилея я провел, что называется, свадьбу. Про то, как два одиноких парусника в океане жизни встретили друг друга, потому что у вас есть то, что ищут миллионы, но обретают лишь избранное, это любовь. И в тот торжественный миг мы с вами пришли к такому выводу, что такую фигню нельзя читать на полном серьезе на банкете, где присутствуют медики. Потому что они будут ржать. Ой. Представляете ли? И мы решили этого всего избежать. 50 лет сегодня исполнилось, и она со своим мужем уже почти 20 лет в браке, и совсем недавно они, ну в браке в смысле, в таком гражданском, и вдруг недавно они решают пожениться. Вы становитесь одним целым, и все плюсы и минусы окружающего мира становятся для вас общими. Заботы, вкусняшки в холодильнике, счета в банках, пульт от кондиционера, и даже, не побоюсь этого слова, пароль от Wi-Fi. В принципе, ничего нового. Именно так вы и прожили ваши первые 18 лет. И втайне от всех втихаря пошли расписались. А я говорю, давайте из этого сделаем фишку, покажем всем мобильное видео, как вы поженились, а после этого мы проведем выездную церемонию бракосочетания, врубим прям самый баянный Мендельсон. Так и сделали. Вышло нереально круто. Паша, ты вот. Жених. Любовь, Таша, длинная подводка к вопросу и ваше решение. Она сказала да. Гости вообще все в шоке, просто там праздник остановился, их все кинулись поздравлять, потому что, во-первых, многие не знали, что они не были в браке, во-вторых, они просто были за них счастливы. Друзья, все по-настоящему, мы объявляем приглашенного в тему участия с их мужем и женой. Вот такая интересная и творческая у меня работа, всегда стараюсь что-нибудь придумать новое, необычное. Сегодня удалось действительно классно интегрировать свадьбу и юбилей, сделать такую действительно классную фишку на юбилее, добавив туда свадьбу, тем более это не притянуто за уши, а настоящее событие.
И действительно, праздник получился очень хорошим. Таким вот был для меня этот день, 13 апреля 2019 года. Завтра воскресенье. И очень надеюсь, что удастся провести этот весь день с дочкой. До завтра. Пока-пока.